46-му році. За моєю спиною знаходиться історичний Майдан 2013 року. Майдан, який вийшов на вулицю, захистити права кожного українця. Сьогодні, 13 декабря 2013 року, произошло історичне событие для всього народу і государства України. Сьогодні представители различных общественных объединений, представляющих всю Украину, создали национальные сборы Украины. Это организация, которая вставила перед собой целью проведения мероприятий по системе изменения существующей власти в Украине. Власть в Украине должна принадлежать народу. Именно эту цель ставят перед собой национальные сборы Украины. Переформатирование, загрузка новой системы управленческой, системы управления в государстве Украины. Основная цель, которую мы добьемся всех. Я рад, что представительство данной организации имеет и гражданское движение «За всю Одессу», члены которой работали в рабочей группе, сегодня входят в различные структуры организационные национальных сборов. Я думаю, что именно это станет одним из толчков для развития нашей организации в целом в нашем регионе для достижения цели по всей Украине. 13 декабря 2013 года. Центр нашей столицы. Улица Хрещатик. Я горд и счастлив, что я являюсь украинцем. We'll be right back.